В вагонах поездов теперь стоит едкий запах хлорки. Уборку плацкартов и купе делали всегда, но сейчас из-за коронавируса меры профилактики на железнодорожном вокзале в Чебоксарах усилены. Дезинфицируют не только транспорт, но и внутренние помещения, залы ожиданий, кассы. Не забывают про входы и выходы. Обработка проводится через каждые 2 часа. Безопасность превыше всего. Промываются полы на поломоечной машине, протираются стены, подоконники, поручни, ручки, дверные, все сиденья, скамейки, розетки, выключатели. А также во всех помещениях проводится аналогично и в санитарных комнатах такая влажная уборка. В зале ожидания у нас все скамейки расставлены на расстоянии 1 метр. Пассажиропоток спал, намного уменьшился, если... Вместимость нашего поезда сегодня должно было быть где-то 250-260 человек, то приехало всего 133 человека. Пока поезда ходят по расписанию. Рифат Фаткуллин, Республика.